решил поменять лады. Вот лады будут. Вот этим я сейчас и достану. Нихуя не получается. Сука! Какие-то, блядь, трудности. А, они вон, они кривые. Ну, пиздец. У кого такое было? Я мыл этот ебаный стакан, он внутри лопнул, блядь. Я не могу руку достать, потому что мне впивается в кожу ебаное стекло, блядь! Короче, если бы не этот человек, то пизда. Он мне придержал стаканчик, и я достал руку. Немножко разъебал с двух сторон, но, в общем, малой кровью отделались. Заточки, остренькие края остались. Вот я их начал немножечко закруглять, чтобы они резали ладошки и пальцы.